Привет. Ку-ку. Привет. Привет, Проша. Проша хороший? Проша хороший? Ку-ку. 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 Проша хороший. Проша. Давай почухай. Давай почухаю. Давай. 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 Давай почухаю. Давай. Ну подойди поближе, я так боюсь. Да, вот так. Ой. Не пугай меня, давай почухаю, давай. Давай почухаю. Давай почухаю, давай. Давай почухаю. Ну, давай почухаю. Проша. Ты же распушился, чтобы тебя чухали. Давай почухаю. Давай. Ку-ку. 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 Шумаха, ты видишь, где Проша? Катя выкатила с утра сюда клетку. У нее там какие-то занятия. Маха за мной по пятам. Проша ей не нужен, ей я нужна. Ей, конечно, интересно, кто тут лазит. Но... Что? Проша хороший? Мальчика. А, я грейпфрутом пахну. Думаю, что он так жахнулась? Я только что очистила грейпфрут. Что тебе понравился запах тебе? Проша. Проша. Ты просишь почухать? Давай почухаем. Он сам попросил. Вы это видели? Сам сказал, меня почухай. Проша хороший. Вот так. Все, прибалдел. Все, почухала. Почухала. Привет. Проша хороший? Проша хороший? Проша хороший, да. Проша разговорился, да? Проша. Сказал красавчик. Красавчик. Проша. Проша. Проша красавчик. Давай почухать. Почухать тебя? Да. Проша. Ну иди. Давай. Так уже просит чухать.
Такой умный стал. Какой хитренький, какой умненький. Почухаю. Красавчик. Хороший мальчик, Проша. Все, хватит хорошего понемножку. Ку-ку. 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 Ку-ку, курочка. Проша, красавчик. 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 Да. Ку-ку. 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 Проша хороший. Проша хороший. Хороший. Проша хороший. 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 А? Красавчик. Красавчик. Ну что скажете, не красавчик, а? Так болтает. Красавчик. Красавчик. Так, как Алиса зажигает свечки, я показывать вам не буду, потому что YouTube расценит это как, знаете, действие, которое выполняют неполнолетние дети. Мой под присмотром. Но да, она делает это под присмотром. Под присмотром ей разрешается. И мы с ней уже, видите, что сделали? Поставили свечечку Деда Мороза. И это очень красиво. У него все эти звездочки светятся. А Костя с самого утра, пока мы еще с Алисой даже спали, уже повесил лампу ту в подвале. А что ты такой озабоченный? Не работает? Это что-то не горит. Зарядил. А ту большую зарядил, которая там в подвале? Да, зарядил. А эти пауэрбанки? Да. Еще воды наберем, короче, с утра, наверное, с утра пораньше. И бензина надо поехать еще набрать, ту канистру, что мы папа. Купили. А, Проша кричит. Ой, и зажечь свечек очень много. Я хочу просто их... Давай так, доченька, давай договоримся, знаешь как? Давай мы с тобой их в ванну пустим, когда будет вечером темно. Я тебе обещаю, ты все зажжешь, и мы в ванну их все с тобой пустим. А сейчас пойдем к Умке и Настиной Луне. Господи, забыла, как ее зовут, капец. Прожили с ней все лето в Испании. Ее зовут Луна. Луна, да, у нас просто слишком много животных, поэтому... Умка, давай Роша. Сейчас потушим эти свечки, чтобы тут пожара не было. Маня. Это хочу еще самую свечку зажечь и все. Доченька, вечером все пустим, они будут плавать. Хорошо, что я их не выкинула. Я их когда-то хотела выкинуть. Теперь Лиза так ими заинтересовалась. Так, что у нас тут в коридоре лежит? Это то, что сегодня зайчик Алисе принес. Мы тоже попозже этим займемся. Катя! Катя! Проша только что так повторил смешно. Катя! Крикнул. Катя! Кость, ты не замерзаешь так? Пошли, а то папа, видишь, собака боится, что зайдут. Даже дети могут зайти. Дети самая послушная у нас собака. И не заходит, да? Ну, выходите побыстрее. А чего побыстрее? Я собак этих держу. Ну, так дверь же закрыта. Самая непослушная собака. Это Луна! Ты самая непослушная. Вот что ты лаешь? Только вышли, Луна уже сразу лает. Умочка. О, у нас новые ямы. Вот эту я помню, мы зарывались с Алисочкой. Она ее увеличила. Мало того, что откопала, еще увеличила. Алиса, мы с тобой, помнишь, зарывали яму? Да. А теперь посмотри, что. Я ее еще больше сделала. Да. Луна, фу. Мама, я вижу Луна. Как крот. Я сделала маленькую ямку и туда закопала бутылку. Закопала бутылку? Да, вон. Там бутылка чей-то. Точно. Точно.
Боже, кошмар, посмотрите, какие норы, просто норы. Луна, что ты творишь? Ты крот. Мама, у нас две послушные собаки, я тебе расскажу про этих послушных. Да? Собак. Джесси и Умка, да? Да, Джесси тоже послушная собака. Это до поры до времени, пока Луна не приедет. Джесси, сидеть, лежать. Джесси. Да не, что-то Костя обманывает. Я вышла в его кофте, и то мне прохладно. А в футболке совсем сейчас не по погоде. Так, ну что, посмотрим, что у нас там в подвале делается. Луна, фу! Ну, ты все время нам будет лаять так. Так, Алис, мы тут на завтра готовимся. Завтра, может, придется там сидеть. Видишь, готовимся. А где там лампочка? Папа сделал свет. Видишь, смотри. Вижу. Теперь у нас там есть свет. Папа, лови! Ты будешь спускаться? Да. Я буду спускаться. Ты уверена? Сегодня же там не надо сидеть. Нет, я посмотрю. Посмотреть хочешь? Ну, давай. Надо повернуться задом. Задом? Да, задом. И вот так спускаться, руками держаться. За шкаф держаться не надо, надо сразу за пол. Надо сразу? Да, ноги ставишь. Давай, давай, опускай, я ж тебя держу, не бойся. Опускай. Да. И держись двумя руками, держись сразу. Все, пап, страхуй там. Вау, там вода, рюкзак, мишка, шапка там моя. Да, осталась. Сейчас разберемся, мы что там осталось, что там надо делать. Ух ты, какая лампочка. Так, я, в принципе, лезть не буду, буду отсюда разбираться. Нету смысла лезть. Никогда зиму не выйду. Никогда зиму не выйду, Алиса, не дай бог, сплюнь. Вдруг сами полезете, вот выключатель. Да, я не вижу, на. Да вон там. Видишь, где папа повесил? А вон там, да. На потолке? Где там выключатель? Да, выключатель. Эй, мама! Ты что, падаешь? О, ты что, достала сама до выключателя? Да. Ничего себе. Вот это высокая дочка у меня. Давай, Костя, включай. Давайте разбираться. Мама, я собаку. Умка, а ты что тут делаешь? Смотри, еще грохнешься тянуть туда. Тянуть не надо. Если не достаешь, то не достаешь. Тянуть не надо, вырвется трогай. Алис, вообще не трогай, не надо, там ток. Это как спички, знаешь? Пусть лучше папа. Пусть лучше папа. Ты будешь вылезать? Давай, я тебе помогу. Давай. Так, умница. Давай, давай, дальше лезь. Умница. Молодец. О, ты молодец. Скалолазка. Все, теперь аккуратненько проходи туда. На. На, держи. Мама меня ругает. То папа тебя ругал. Осторожно, чтобы не упасть туда. Все. Иди погуляй с Умкой. Так, ну что, давай. Подавай мне все. Потихонечку. Лампа заряжена, Наташа лежит, да? Мама! На случай, если свет пропадет. А, нет, не подходи близко сюда. Спасибо. Иди погуляй во дворе с сумкой. Доченька, я ж пожалела уже. На, положи на велик, пожалуйста. Будешь помогать. Так, а что в твоем рюкзачке? Не дай бог колбаса. Помнишь, мы колбасу с собой брали? Не дай бог, она осталась в этом рюкзачке. Мы тогда были в таком шоке, что мы вообще про это не думали. Мама, на шапке мне этот рюкзак. Это капец. Представляешь? Жесть. Там лежала колбаса. Теперь не вонять. Ну так, пахнет колбасой. На, повесь его тоже на велике, потом я разберусь с ним. Мама, я пойду домой. Я думаю, рюкзак и положу. Не-не, домой не надо идти. Не, дайте там взять рюкзак и положить вещи.
Ну подожди, без папы и мамы домой не ходи. Фу, а это что такое? Тут что-то еще с того момента, как мы уехали, либо это... Это что за матрасик вообще? Да, это еще с того момента, как мы уехали, что-то осталось и зацвело в подвале. Вот почему там дышать тяжело. Я же говорю, что надо все вещи перебрать. Столько гадости. А это что такое? Носки. Теплые носки. Алисонька, гуляй здесь возле гаража, возле меня. Сейчас домой его чешет, знаю я ее, эту девочку. Блин. Ладно, эту воду, наверное, выкидываем. Она там тоже, бог знает, сколько лежала. Уже открытая, уже надпитая. Алиса, это Луна, а не Умка. Луна с собой играется. Смотри, берет игрушку и убегает. Главное, в яму не наступи. Смотри под ножки, хорошо? Тут шапка осталась, Алисина. Подожди, ты так много напихал, я же столько не возьму, я даже не знаю, куда ложить. Машинку положу. Ух, елки, наступила на свой шнурок, чуть не грохнулась туда вниз. А бутылки надпитые или закрытые? Это чистые, да? Подожди, я за два захода. Раз. И два. Это может вообще вернуть во двор, чтобы там на нем сидеть? Ну да, собаки могут. Ну да, да. Угу. Сейчас Алисе предложу. Если захочет. Подожди, Кость, сейчас приду. Алис, хочешь на этом покататься? Привет. Привет. Ну что, понизилась? Да. Он крас. Это дело, потому что выглядываю с окна. Вот все пишут, что у меня врачи очень холодно. Но я одеваю, мне не холодно. С окна прохладно, если что. Алиса. Привет. Привет. Читаю комменты, меня просто разрывает. Алиса, иди сюда. Наверное, прийти ко мне поприбирать. Алиса, иди сюда. Алис, ой, сейчас постелю эту штуку. Смотри, что я из подвала принесла. На вот этой штуке можно лежать и сидеть. Посмотри, красненькой. Только я ее уберу, потому что собаки ее подерут. Так что, если хочешь, залезай. Будешь лежать? Бабка, я приду, а потом залезу. Ну, тогда я пока уберу. Алиса пошла к бабушке, хорошо. Блин, она тоже какой-то грязная, надо стирать. Ай, Надежда, вы слишком бурно реагируете на хейтеров. Не, ну я не знаю, как подумать, честно. Со смешком, с улыбочкой. Мы живем, как нам хочется, мы живем, как нам нравится. Вот и все. Это наше дело, как нам жить. У вас было раньше так гарно. Раньше у меня срач был, я не убирала, бо у меня некогда было. Сейчас я то и делаю, что только убираю. Вы шо? Приходь-то поубирай. Гляньте, какая злая. Злая, да. Кстати, Лена, таблетка помогла, но действительно классно. Да. Бабушкина или моя? Нет, твоя. А, ну это моя, понятно, это ж фенигидин, он быстро понижает давление. Да, все же там тоже писали. Ой, давление, потому что такой вес, нифига подобного. Надя, блин, оставляй себе эти таблетки. Хорошо. Только они пьются, как скорая помощь, именно когда поднялась резко, вот ну, высоко, их каждый день не надо. Это, да, я же тебе говорю, это как скорая помощь, Каптоприл быстрее действует. Mm-hmm. Но я вот раньше, когда у меня скакало давление, что-то больше вот эти любила, фенигидин. Mm-hmm. Тетя Дина тоже их пьет, но ей они точно не подходят. Да и тебе тоже нужно что-то прописать, да, постоянное, я, как мамки мои. Я, честно, не пила, наверное, с неделю ничего от давления. Ну, молодец, да, дождалась. 180 красавица сегодня пишет мне. Красные щечки были, сейчас уже нормально. Так как шибанул. Ты перенервничала. Так, я пойду, у меня муж там внизу в подвале. Делает мне нервы. Иди. Он сейчас на меня орать будет. Что, ну, типа, да, я ему не помогаю. Ну да, он же мне вещи подает.
Я здесь, я пришла. Я тебя вывалил. Ты вижу, что вывалил, точно, что вывалил. Боже, все такое грязное, я не знаю, как это все надо вычищать, надо снимать вот эти, стирать чехлы. Потому что это все пылюка, грязь. Когда это все делать? Матрас на мясо. А что это за матрас? В самом низу его. Это какой-то мамин, наверное, старый. Кресло вот это, наверное, надо кому-то отдавать, продавать. Ну да, да. Тут у Владимира Ивановича портрет висит в гараже. Вот так посмотришь, как будто в комнате какой-то находишься. Шкафы у него стоят здесь, в гараже. Все, там только пол остался? Да. Так, что мы теперь с полом предпринимаем? Ой. Ну, Кость, я считаю, что его тоже придется поднимать. Потому что под ним тоже нужно пылесосить. Там вон ковер лежит, он в себя пыли вобрал по-любому. Ну, может быть, и как-то, ну, не будем вытаскивать, а будем поэтапно там подметать, поднимать и потом ложить обратно. Не знаю, можно поднять, вытрусить и постелить. Так это же их наверх надо тянуть. Да. Ну, давай, если ты не про... Если тебе не лень, мне я только за, потому что я вижу, какие они пыльные. Просто видно, вот там, где лежал матрас, там пыли меньше, а вокруг видно, что все в пыли. Мы сейчас там так уберем в этом подвале, что потом будем снимать тапочки, чтобы туда зайти. Смотрите, я его не заставляю. Он сам заявил желание их оттуда тянуть, чтобы вытрусить. Это будет быстрее, чем их пылесосить. О, господи. Так, Алиса ушла за калитку или что? Подожди. Алиса? А, нет, это Владимир Иванович. Здрасте, Владимир Иванович. Добрый день. А, Алиса у бабушки, наверное.